Всем привет, зрители моего канала, с вами Эрликс, и сегодня же я вам расскажу, что добавят в обновление в Pet Simulator X. Итак, сейчас мы ждем, то есть у нас сейчас апдейтинг, то есть давайте сейчас тогда откроем вот этот пак, давайте его откроем и посмотрим, что с него выпадет. Так, выпадает обычный аксолот, ничего нового, так что нормально. Так. И ждем обновления сейчас. Но перед этим я хочу кое-что вам сказать. Сейчас, ребята, я разыгрываю вот таких два питомца. То есть, смотрите, вот этого питомца я разыгрываю. И я разыгрываю вот этого Party Crown Corgi. То есть, как его получить можно? Мы должны... На мой никнейм. Сейчас вы увидите его. Так. Вот, снизу. Серега 521. Вы должны отправить подарок. И в следующем видеоролике я рандомно выберу двух победителей, которые получат эти два питомца. Всего лишь, что вам нужно, это отправьте подарок, и в течение суток я выберу победителя и вам уже скажу его. А мы сейчас ждем, то есть, обновление, которое должно уже выйти с минуты на минуту. Итак, ребята, наконец-то появилось, то есть... Обновление New Trading Plaza, Auction Board, Pro Trading Plaza, New Trading Boots, Diamond Party, Diamond Hoverboard, Bug Fixes, Update Weekly. То есть, давай смотреть сразу. В конце, в Doodle World, ничего нет. То есть, мы сейчас перемещаемся. А, кстати, сервер Start и Hunt Egg, то есть, у нас оно появится через... О, Pro Server. А куда Pro Server? У меня сейчас нет 9-10 хьюгов, поэтому вот так. Итак, давайте, тэпнемся, что у нас находится в трейдинг-плазе. И вижу, сейчас уже питомцы какие-то новые находятся у нас на иконочке. И что же это значит? Давайте же проверим. Загрузка идет, идет. Итак, что же у нас дальше? Очень сильно тормозит это. Итак, давайте же зайдем. Ох, у нас тут... Так, у нас тут увеличилось, много всего появилось. Давай добавим сразу бут. Добавили. Так, что у нас здесь? У нас обновилась трейдинг плаза, я вижу. Цветочки посадили. А что нового? Тут больше так толком ничего нового не появилось. Тут ничего больше ничего не появилось. Ага, вот. Вот, смотрите. Какой-то аукцион здесь у нас сверху. Да, давайте от первого лица. Вон, видите, новый аукцион, старт вон. Опа. А я могу поставить что-то здесь. Давайте это поставим. Прайс 10, например. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Аукцион. You can only auction huge. Но я не хочу никого больше использовать. Так. Я не знаю, давайте, может, кто-то еще поставит какой-то аукцион, не знаю. Но я хьюга не хочу использовать сейчас, у меня единственный хьюг, вот он. Но я поставлю его на аукцион, если на этом видео наберется больше, чем 1500 лайков, тогда я использую аукцион. Все, ребята, тогда... обновление закончилось, если вам такое видео понравилось, то ставьте лайк, и я выложу продолжение этого обновления. И покажу места, где находятся эти яйца. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.